Здравствуйте, дорогие зрители! Что ж, продолжаем улучшать мои старые самоделки. И сегодня у нас на очереди Skyfighter, ранее называвшийся Astfighter. Первая летающая самоделка, доведенная почти до эталонного вида. Выполнен он в сине-фиолетовой цветовой гамме и управляется Spider-J-ом. Да, я поменял Spider-Cola и Spider-J транспортными средствами из-за изменения цветовых решений. Основной функцией самоделки является показывание дополнительных орудий, когда ей нажимаешь на хвост. Кстати, они стреляют. Наверняка среди вас есть те, кто сейчас вспомнит Jägerfighter от Кьюмана, бывавшего у меня на обзоре, ибо он имел похожую функцию. Да, она взята оттуда. Я счел ее гораздо более уместной и целесообразной для вертолета, нежели какой-нибудь пропеллер, вращающийся от вращения колес, или какой-нибудь доп. Отсек для ракет, в который будет трудно подлезть. Тем более, что снизу у него тоже есть орудие, которое тоже может стрелять. Что ж, по внешнему осмотру на этом, пожалуй, все, а значит, приступаем к сборке.
Ну вот и все, мы собрали. По классике, все ссылки на электронную версию модели, выполненную из чистейшего лего, ждут вас в описании. А именно, инструкция в формате PDF, IO-файл для просмотра и редактирования в программе Studio 2.0, а также портфолио модели в моей галерее BrickLink. Что ж, а на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр.